Торжественное открытие юбилейного дня города Великого Устюга проходило в атмосфере праздника и при большом стечении устюжан гостей города. От имени губернатора поздравить старинный город на Сухане приехал заместитель губернатора региона Евгений Богомазов. В этот праздничный день желаю вам благополучной жизни в одном из красивейших городов области и России. С днем рождения, Великий Устюг! С уважением, губернатор области Олег Александрович Кувшинников. От имени губернатора также получили грамоты и благодарственные письма самые трудолюбивые и преданные своей профессии жители Великого Устюга и Великоустюгского района. Во многом, благодаря таким устюжанам, город преображается только в лучшую сторону. Город, который знают не только в Вологодской области, но и по всей нашей стране, и далеко за пределами. Потому что город – это родина российского Деда Мороза. Город исторический, с белокаменными храмами. Я хочу сказать вам слова благодарности, уважаемые земляки, за вклад в социально-экономическое развитие нашего города. Город, в который приезжают и хотят вернуться. Это главное. Это вклад наш в развитие нашего города. На открытии Дня города уже традиционно вручается медаль за любовь и верность супружеским парам Великоустюгского района, жизнь которых является образцом любви и преданности. В 2022 году наградили три семейные пары – Харионовских, Мелихиных и Вдовкиных. Каждая из пар живет душа в душу уже несколько десятилетий. Так Михаил Иванович и Галина Александровна Харионовские в марте отметили 55-летие брака. Секретом таких крепких отношений супруги поделились с устюжанами. Мне уже задавали такой вопрос, я с уверенностью отвечаю. Это взаимопонимание и доверие. Взаимопонимание и доверие только лишь. Вот. Доверять друг другу на во всем. И уважение. Вот. За что и дали такую медаль. Праздничная программа продолжилась театрализированным представлением о истории Великого Устюга, которое привлекло немало устюжан. Горожане соскучились по праздникам, так как целых два года из-за пандемии массовых мероприятий не проводилось. Оттого, даже несмотря на утомительную жару, было столько радостных лиц и улыбок. Это здорово. Видеть счастливые лица людей, нарядные. Ведь город, он, как и любой именинник, он готовится к этому празднику. И он как-то наряжается, делает что-то новое, необычное. И поэтому здорово погулять. И я заметила сегодня, что вот ходят люди практически все семьями. И это здорово. Это единение. Символические ключи от ганзейских городов были переданы Ивангороду. Именно он будет принимать следующие, уже 12-е русские ганзейские дни. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».